Я знаю, что между вами произошло, Поппи. Тогда почему здесь нет Гарриет? Потому что мне сегодня хочется поговорить с тобой. Я знаю, это ужасно сложно быть единственной новенькой в классе. Хотите сказать, единственной нормальной? Что ты любишь читать, Поппи? Окей, люблю. People, Us Weekly. А сможешь ты осилить такую непростую вещь, как книга? Я предпочитаю кино. Из моей личной библиотеки пропала книга, по которой сняли фильм «Чумовая пятница». Поэтому, может, попробуешь эту? Мой дядя снимает экранизацию. «Алиса в стране чудес» – замечательная книга. Возможно, что-то тебя удивит, но точно доставит удовольствие. Это мое наказание? Чудная у вас школа. А чего тебе хотелось бы от этой школы, Поппи? Свалить отсюда. Хм. Ты знаешь, у нас нет ни одного известного выпускника. Только одна девушка была у принцессы Дианы личным доктором. Так что, если ты хочешь в будущем завоевать страницы Us Weekly, то это место не для тебя. Все, кого мы выпускаем, это умные, независимые, обаятельные, добросердечные девушки, которые дружат всю жизнь. И несмотря на все твое ерничание, ты точно такая же. Ладно, иди, мне нужно работать. У меня куча бумаг накопилось.